Они величайшие в мире герои, но внутри их мучают разбитые мечты. Ты меня слышишь? Парни не танцуют! Отдай туфли! Тебе стоит боксировать! Дай туфли! Дай туфли! Пока один человек не решает собрать их вместе. Я собираю танцевальную команду. Не поступай так со мной, Клинт. Я должен. За мою бабушку. Они будут упираться. Нам нужен кто-то с врожденным чувством ритма, чтобы, как вы говорите, потрясти пятой точкой. И я думаю, что вы единственный из мстителей, кто черный. Даже не рассматривается. Я вот что нашел. Парни не танцуют! Тебе следовало оставить их в океане. Он должен побороть предубеждение. Не смей прикасаться ко мне. Я поправлял твою стойку. Ты не представляешь, с чем имеешь дело. Это Америка. Мальчики могут трогать мальчиков, и при этом они не геи. Это за гранью твоего понимания, маленький человек. Это низко. Я отдал свою руку в танцевальной катастрофе. Все еще люблю танцевать. Но один за одним они сдаются. Что тебе нужно сделать? Лично провод, чтобы другой парень залез на... Это называется пирамида. Из людей очень классный номер, очень классный. Marvel Comics представляет удивительную историю группы людей, которые отказываются от пути, выбранного за них, и решают следовать зову сердца. Я не такой гибкий, как раньше. Ты можешь сесть на шпагат? Я могу. Мстители 2. Шаг вперед. Скоро в кино. Вот песня, под которой мы будем танцевать. Это может быть опасно. Я знаю. Озвучено по версии Грида.